Військові об'єкти на Курщині з собою присікали безпілотники, як завжди, для них безуспішно. А Дональд Трамп офіційно йде на вибори від республіканської партії, з собою веде не надто певних для нас гравців. Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина Узлова, звати мене, зі мною Борис Тізенгаузен, політехнолог. Борисе, привіт, рада бачити, слава Україні. Вітаю, героям слава. До речі, так давно не палахкотіло і дуже подобається мені ось такі вибухові ночі на Російщині. Під Курськом палав завод. Російська влада заявляла, ніхто Олексій Смірнов, губернатор Курщини, про те, що відбувалося займання через скид з безпілотника. Треба ж, за його словами, звісно, ніхто не постраждав з працівників, а займання сталося в одному з технологічних цехів заводу Кореневського. Кореневський завод низьковольтної апаратури виробляє продукцію для енергетики, яку в нас понищила Росія, та інші галузі промисловості РФ. Міністерство пресічені сказало, що всі дрони відбивало півночі, сиділо і писало цей пост, а насправді бачимо, що якби сумнівно дуже відбивалось, хоча бачимо, що там і Ростовська, і Білгородська, і ця Курська, і Воронежська, і ще й акваторія Чорного моря, звісно, вже було теж неспокійно. Просто пестріт ось цей допис тим, що збивало безпілотники. Ну, звісно, цікавить Курщина і не тільки, доволі таки масована нічка була в ніч на 16 число для Росії. Да, кстати, интересный момент, и вот этот завод низковольтного оборудования, то есть они не только для энергетики, для различных сфер, да, они производят кучу всяких вот этих реле, переключателей, в общем, это тот классический яркий пример, когда, чтобы положить, допустим, не положить, а нанести существенный урон энергетической инфраструктуре, нужно вырубить заводик, который производит уникальные, значит, штуки. А на самом деле на этом заводе довольно много производит. Он самый крупный поставщик всех этих низковольтного, и они и высоковольтные тоже производят. Поэтому прекрасно горело. Я не знаю точно, какой цех горел, но ярко, с огоньком, как мы любим. И еще один интересный момент. Только уже про вражеские дроны. Третий раз шахет залетел на территорию Беларуси за последнюю неделю. Ого, а что вы не находите это странным? Нахожу. Первый раз это было 11 числа, и он вообще летал там, нарезал круги, до Гомеля долетел. Ну, в общем, как-то потом 13-го, и вот сейчас 16 числа снова дрон шахет улетел в Беларусь. Мне кажется, я знаю, в чем там может быть причина. Сегодня попробую в своей программе на своем YouTube-канале это разобрать. И обязательно с вами, поделюсь, знаете, такой полузагадочной, такой полуребусной манере. Вот после первого залета шахеда на территорию Беларуси Лукашенко резко поехал на границу с нами, на южную границу свою, и сказал, все, с Украиной напряженность снята, и вообще все классно, отходим войска. Загроза ліквідована, нейтрализована, все по-доброму. Да. Думаете, це с цим пов'язано? Это, мне кажется, это прямая связь, а в чем она, уже я на своем канале расскажу обязательно. А дуже хитренько. Мы с задоволенням радимо подписаться. З задоволенням радимо підписатися на YouTube Бориса великими синіми літерами Тізенгаузен. Ось так, як бренд звучить, там само так і звучать аналітичні розмови Бориса. Тож заходьте, будь ласка, підписуйтеся. Але все ж таки, думаєте, що через ці невідомі безпілотники якось душа Лукашенка непокоїться і розуміє, що все так однозначно доволі, і що йому можуть дійсно показати, звідки готується напад, чи то пак захист? Ему могут показать, и еще странным образом прекратились атаки мигрантов на польскую границу, а это уже с другой стороны, то есть поляки просто начали сильно внимательно досматривать грузы, одна из составляющих режима, финансовой составляющей режима Лукашенко, это доход от контрабанды, поэтому все начали очень внимательно и очень долго осматривать грузы, и китайские в том числе, не только. И Лукашенко прилетела, скажем так, весточка. Поэтому я думаю, что у него... Он сейчас на больничный там пытался, как всегда. Мне плохо, я старый больной человек, я все вижу, не трогайте меня. Но не тут-то было, как говорится. Поэтому у него сейчас наступают сложные времена, но это
не просто ягодки, вот эти сложные времена ему детским садом покажутся по сравнению с теми временами, которые настанут после завершения войны, после победы Украины. Да, він за все відповість. Він воєнний злочинець з його території. Сюди йшли війська на Київщину, запускалися ракети в перші місяці повномасштабного вторгнення його дружка і господаря Путіна. А ми можемо ще казати, що Лукашенко дає задню чи ще напівоборота? Полузадню, можемо сказати, отак, мабуть, якщо буде коректно. Добре, дає на повний перед, як він думає, ще один хворий, але від того ще більш небезпечний російський диктатор Путін. Поїздки між крупними центрами нашої країни стануть швидше, каже російський диктатор, а діє чомусь, приїжджаючи на відкриття ділянки північного обходу Твірі траси М-11 Ніва на Ладі Аура. На Ладі. Лада Каліна, звісно. Ну, це не Каліна, а Аура. А що це за така гордість за вітчизняного виробника, чи що це? Вообще, вот эти путинские странные появления, где-то там, где его быть не должно, и на том, на чем он ездить не должен, ну, здесь задача показать, что Путин, кроме ауруса, то есть, точнее, кроме ауруса для элиты, есть еще, ну, вот, шедевр российского автопрома, москвичи, точнее, это уже китайские машины, просто с наклейкой москвича, и лады. Так знаменитые теперь, да, в обмен на тела, которые получают российские граждане. Поэтому периодически появиться, рассказать про какие-то достижения России, показать унылое войну вот это российского автопрома, это то, что Путин любит. Поэтому, ну а что делать? Ну у него уже, честно говоря, реально такие дедовские задвиги, знаете, на дачу на Ладе съездить, там рассказать всем про величие Советского Союза, в кавычках, Российской Федерации, в скобочках точнее. Поэтому россиянам же сейчас как-то нужно чем-то гордиться. Вот я всегда задаю вопрос, а чем вы гордитесь? Вот назовите мне, что-то такое, что за каденцию, несколько каденций правления Путина, чем можно гордиться? В России. Что-то вы произвели, может, вы какую-то машину, может, вы какие-то технологии, интеллектуальную собственность, может, айфоны, не знаю. Ну, вот хоть что-то из того, что вы пользуетесь, российское есть. Потому что «Лада», она не российская, она на 70, может, больше процентов состоит из импортных запчастей. Вот что вообще, кроме чем гордится Россия, как есть достижение? Встала с колен, Путин ее с колен поднял. Ну, это смешно. Южная Корея, тому пример. Посмотрите, да вообще посмотрите на европейские страны, на уровень жизни европейских пенсионеров, страны, которые в десятки раз меньше по площади, страны, которые не обладают тем запасом полезных ископаемых. То есть вот, реально Россия могла стать при правильном подходе не только конкурентом Соединенных Штатов, но и, возможно, даже там главным игроком, но явно не при Путине, и мне кажется, что они и не станет уже, потому что Путин ознаменовал закат России вот в том виде, в котором она есть. Та однозначно, і цьому підтвердження всі ті процеси деградації, які відбуваються на території терористичної федерації. Та зі Сполученими Штатами Америки зовсім ніякого коннекшена, очевидно, не буде, якби не розраховували на прихід Трампа. Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, якого на пост віце-президента США анонсував Дональд Трамп, обрав його своїм віце-президентом, входить до стоп-листа Російської Федерації. Міністерство закордонних справ РФ заборонило йому в'їзд до країни в травні 2022 року. Це саме той Дівенс, який каже, що не треба нам допомагати так багато, що перемогти на полі бою російських терористів, очевидно, не вийде, а йому зась і до Російської Федерації в'їжджати, і взагалі дивакувата особа. Ну, те, що республіканці висунули Трампа на пост кандидата в президенти, це, звісно, не дивно, ми це очікували, тому не бачу тут якоїсь дивині. А от кандидатура Джея Дівенса, який ще до 2021
першого року літа, поки не попросив вибачення, називав себе Never Trump Guy, тобто категорично проти Трампу хлопцем, а ще називав президента США тодішнього американським Гітлером, а трампізм – опіумом для мас. Що за один і наскільки вже такі кадрові кроки Трампа ще до взагалі виборів, які заплановані, нагадаю, лише на 5 листопада, про що вони нам говорять? Наскільки треба непокоїтись нам тепер? Ну, вот Венс, он все-таки, он не против Украины, он говорил примерно следующее, хватит выписывать, подписывать пустые чеки. Да, ну, але да. Борисе, ну, це ж, ну, але це ж і не за Україну, що значить порожні чеки? Так ще й нагадаємо, що ті гроші, які виділяються, повертаються і в оборонну військово-промисловий комплекс штатів. Совершенно верно, но есть сенаторы, которые паразитируют на истории ни цента за границу, все оставить нам. Давайте строить стену. Сначала мы победим тут преступность и нелегалов выдворим из страны, а потом будем там куда-то смотреть. Это чистый популизм. И Венс, кстати, который на 180 развернулся в своем мнении о Трампе и о трампизме, классический пример. То есть он говорит, сначала называет его американским Гитлером, теперь он у него... значит, ближайший соратник, друг и так далее. Поэтому изменение отношения в угоду политической конъюнктуре – это нормально. Скажем спасибо, что не идейная антиукраинка, такая как Марджери Тейлор Грин, стала, получила такую позицию. Поэтому все нормально, нам нужно правильно выстраивать отношения. Ну, у нас не будет всегда тех, кто максимально лояльно к нам относится. Ну, я имею в виду руководство других стран. Добре, тоді не будемо зарані хвилюватися, наскільки я розумію. Коли ми тепер знаємо, що то не куля пролітала в сантиметрі від голови Дональда Трампа, а поцілив просто шматок промтера, і взагалі, коли проходить час після цієї стрілянини, яка відбулася в Пенсильванії, що ми маємо розуміти? Трамп продовжує накручувати зараз свої електоральні бали, чи уже ситуація охолоне і до виборів ще не один місяць? Наскільки з 99,9%, що він може перемогти, ці відсотки можуть падати і охолонувати? Оплачуватися ближче до осені? Ну, все возможно, но Трамп значительно усилил свои позиции. Я не знаю, на что сейчас рассчитывают демократы. И на кого? Я так понимаю, что... Да, и на кого. Ну, на кого уже понятно. Окончательно Джо Байден выдвинут как кандидат. Еще будут одни дебаты. Джо Байден обещал к ним подготовиться. Но мне кажется, Трамп уже вот с каким-то космическим отрывом. Другой вопрос, сейчас могут вскрыться разные детали этого покушения. Что, как, кто. Но вот эта фотография, где Трамп с поднятой рукой в окружении секретной службы кричит «Боритесь, боритесь, fight, fight». Вот эта фотография станет прям мега, она будет на всех постерах предвыборных, я думаю. Уже она на мерчах есть. Уже кепки с ней носят, ну и так далее. В общем, ну, наверное, не мне рассказывать, хотя, может, и мне, кстати. Кандидат, на которого совершено покушение, и кандидат, который еле-еле проклыгал дебаты эти, ну, мы с вами понимаем. Плюс, любая оплошность, ошибка Байдена, как кто называет Зеленского Путиным, например, или Камалу Харрис Трампом, это все... ниже, ниже, ниже рейтинг. Поэтому Трамп может спокойно говорить, в меня стреляли вообще, а там и стрелять не надо, он сам доползет вообще. Он же издевается, Трамп, над Байденом постоянно. Разбудите его, говорит там, и так далее, растрясите. Но, а тут сами виноваты демократы. Мы с вами уже об этом говорили, что, ну зачем? Я с глубоким уважением к Байдену отношусь, он политик с опытом, и жизненный путь у него непростой. Но в конце жизненного пути, точнее не так, когда ты уже в солидном возрасте находишься, нужно отдыхать и давать дорогу молодым. Потому что президент Соединенных Штатов должен быть готов 24/7 проснуться, иметь трезвый, острый ум и быструю реакцию.
Ну, так, це очевидно. А тут видається, що... Ну, але он Байден вже реагує на кадрові рішення Трампа і каже, що фактично Дівен – це клон Трампа. Але такі реакції теж. Ну, а що вони змінюють, направду? Напередодні повідомляв Ройтер, що тепер після замаху на Трампа Байден змінить свою риторику і не буде переходити на персональні нападки. А вони, може, думають, що це якимось чином допоможе. Буде говорити про національну єдність. А Трамп і його клони, хай їх буде тисячі, хай вони клони чи ні, виходять і кажуть, що «Make America once great again», и все. Ну, нужно понимать, что за помощь Украине это не прихоть Трампа или Байдена или кого-то в Конгрессе, или республиканцев, или демократов. Это национальная стратегия Соединенных Штатов. Поэтому придет Трамп ли, придет Байден, все равно противостояние демократического мира миру автократическому и миру тиранов, оно будет в этой доктрине и дальше, в этом фарватере идти. Другой вопрос, насколько, потому что война – это деньги. Ну да. Вот, поэтому да. Трамп не очень любит отдавать деньги куда-то. Это нужно понимать, с учетом этого строить свою стратегию. Орбан ніяк не зупиниться, їздить, пише, знову пише, надсилає листи, марки, мабуть, любить клеїти. Я вже не маю сили, що він такий активний, просто такий. Білд повідомляє нам про те, що Орбан в тому листі, який він все тичі і передає Європейському Союзу, повідомив, що після перемоги на виборах Трамп готовий стати посередником в мирних переговорах між Російською Федерацією та Україною. Окрім того, говорить Орбан, що потрібно Європейському Союзу, принаймні він пропонує, відновити дипломатичні відносини з Росією. Подивіться, це який, значить, просто грає на руку Росії, бо це ж Путін хотів перед самітом миру ще в Швейцарії зніміть санкції, взагалі ми такі білі і пухнасті. На що цей розраховує, коли він ось такі знову наративи просуває і говорить про, хто питав Орбана, хто має стати посередником у мирних переговорах? Ну, ми точно ні. Його ніхто не спрашує, він веде ігру виключно в своїх інтересах. Ему даже уже прилетело фактически за то, что он ездит. И там, кстати, Урсула фон дер Ляйен, да и несколько государств понизили уровень представительства на венгерских этих встречах. Mm-hmm. Орбан все равно упорно лезет и пытается, он же не просто лезет, он просто в наглую, знаете, как пытается протащить эту российскую повестку. Уже и Путин ему сказал, 4 области отдай. Он говорит, все равно поеду в Пекин, все равно поеду на саммит НАТО. Сейчас он еще там должен будет отчет дать по своему визиту в Москву. С какого перепугу он вообще туда ездил, когда Путин и Россия под санкциями. Поэтому я считаю, что исходя из того, что ему уже проблемы начинают прилетать, а он все равно это делает, у него стоит задача, две задачи точнее. Он очень хочет разморозить венгерские деньги, 20 миллиардов, 19 миллиардов. И он очень хочет, чтобы с него сняли вот эту образ пророссийскости и антиукраинскости. Хотя все действия, которые он делает, они как раз наоборот против интересов Украины играют. Ну представьте, у вас есть какой-то знакомый, вы его ни о чем не просите, он начинает ездить и за вас там пытаться договариваться, мирить вас с кем-то или наоборот решать какие-то вопросы. Но это просто бесит на самом деле. И Орбану все это говорят. А он делает вид, что я голубь мира, ничего не знаю, лебедь мира. Мне в комментариях написали птеродактиль мира. Ну, в общем, вот примерно так это выглядит. Ну да. А дивіться, а Путин при цьому на него робить ставку и розраховує? Ну, для Путина он один из немногих, кто может зайти в любую практически дверь сейчас и высказать там, что, мол, Путин-то так это видит или не так. Вот эта челночная дипломатия, в чем ее проблема? Что мы только от Орбана можем узнать, что ему сказал Путин или как он общался с Си, как Китай видит завершение войны. И Орбан это использует. Он продает, он же Путину, одной из первых фраз, которую он сказал, была, что теперь я один остался, кто может
со всеми вот побеседовать, и с Путиным в том числе. Он продает вот эту свою уникальность. Ему страшно, во-первых, что в конце этого года контракт на транзит газа заканчивается. Ну, короче, много вопросов. А, в принципе, на дешевых енергоносителях отчасти держится його власть. Ага, але ж це все може закінчитися для нього. І санкції дійсно ж такі вже вводяться, і Європейський Союз явно не задоволений його кроками, може піти і далі, очевидно. Будемо спостерігати за цим. Борисе, дуже дякую вам за розставлені акценти, спасибі за фахові пояснення, за те, що час знаходите. До зустрічі завтра. На все добре. Борис Тізенгаузен, політехнолог, Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, підписуйтеся, будь ласка, на YouTube Бориса. Дуже легко знайти його в описі під цим відео. Активне посилання, саме переходьте за ним, будь ласка. І на YouTube 24-го теж не забудьте підписатися. Це дозволяє нашим розмовам просуватися його просторами. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.